Всем привет! В этом видео я вам покажу, как отключить абсолютно любую клавишу на клавиатуре. Этот видеоурок подойдет для пользователей операционных систем Windows 10 и пользователей операционных систем Windows 11. Также я тебе рекомендую посетить сайт ru.meteotrend.com. Ссылка, естественно, будет в описании. Информация о погоде в любом городе. Также я тебе рекомендую посмотреть вот эти два видео. Тут интересно. Ну а мы начинаем. Итак, поехали. Открываем абсолютно любой браузер. Я воспользовался браузером Google Chrome. И вводим Power Toys. Сейчас мы перейдем в поисковую выдачу и зайдем на официальный сайт Microsoft и скачаем утилиту Power Toys. Нажимаем на ссылку, прокручиваем немножко вниз и находим кнопку Install Power Toys. Нажимаем на нее. Мы будем качать с официального сайта еще GitHub. Прокручиваем немножко вниз и опять нажимаем Install Power Toys. Нас перекинуло на GitHub. Это официальный канал Microsoft на GitHub. Нажимаем на ссылку Power Toys User Setup. Я уже скачал и установил Power Toys. Размер был 227 мегабайт. Вот оно, данное приложение, я уже скачал. Далее вы запускаете и процедура установки стандартная. Соглашаетесь с лицензией установки. Итак, друзья, как только вы установите утилиту Power Toys левой кнопкой мыши по меню «Пуск», утилита будет находиться в недавно добавленных. Если по каким-либо причинам здесь у вас нет раздела «Недавно добавленные», вы прокручиваете немножко вниз и по алфавитному порядку ищите Power Toys. Вот она, данная утилита, и запускаете ее отсюда. После запуска утилиты Power Toys нам необходимо зайти в диспетчер клавиатуры и переназначить клавишу. Здесь мы выбираем переназначить клавишу. Вы можете воспользоваться подсказкой, что еще может делать утилита Power Toys. Далее мы нажимаем плюс, нажимаем на серый прямоугольник ввести и указываем ту клавишу, которую мы хотим отключить. Пусть это будет клавиша Windows. Мне показывает, что я хочу отключить левую клавишу Windows на клавиатуре. Вы можете отключить абсолютно любую клавишу. Нажимаете ОК. Теперь здесь мы в разделе «Сопоставлено с» нажимаем на белый прямоугольник и колесиком прокручиваем в самый верх. Нас интересует пункт «Disable». Нажимаем «Disable». «Disable» значит «Отключить». Нажимаем ОК и выбираем «Все равно продолжить». Все. У нас клавиша Windows отключена. Я сейчас на нее нажимаю, чтобы вывести меню «Пуск». Пуск не открывается. Если вы хотите вернуть все на место, соответственно, вы заходите в меню «Пуск», запускаете утилиту Power Toys, снова заходите в раздел «Диспетчер клавиатуры» и заходите в «Переназначить клавишу». Далее вам необходимо нажать на вот эту вот корзину, то есть удалить переназначение клавиш и не забыть нажать «Ок». Сейчас я нажму клавишу Windows и откроется меню «Пуск». То есть я вернул все на место. Надеюсь, этот урок был полезен. Ставь жирный лайк и обязательно подписывайся на канал.